Для сложных и социально важных строительных проектов необходимо только профессиональное оборудование, обеспечивающее бесперебойную работу. Сегодня таким важным для Москвы объектом является проект реорганизации бывшего автозавода имени Лихачева. Общая площадь ЗИЛа – 300 гектаров. В период своего расцвета предприятие выпускало до 100 тысяч автомобилей в год. Сегодня в рамках проекта реновации промзоны необходимо демонтировать заводские цеха площадью 200 гектаров. Это действительно тяжелая работа. На выручку пришел гидромолот «Импульс 700 EVO». Он прекрасно справляется с крепкими железобетонными конструкциями, а оптимальный баланс энергии и частоты удара обеспечивает наилучшую производительность.